Всем привет, ребят, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое видео. И знаете, что я сегодня сделал? Сегодня по интернет-магазину я заказал себе супер офигенную тачку. Это был настоящий спорткар, огромный, просто супер быстрый такой красный спорткар, который супер быстрый там ездил просто. Короче, была очень-очень крутая тачка, я ее купил, внимание, за 200 изумрудных, ой, за 200 изумрудных, друзья, блоков, представляете, еле набрал даже это в креативе. Это было, конечно, жесть, но я купил эту машину, и сегодня мы с вами на ней погоняем. Короче, ребят, я думаю, что это будет очень круто. Я продал все свои абсолютные вещи, чтобы купить эту машину, но зато с такой машины можно будет в городе неприлично, так сказать, заработать. Я сказал неприлично. Друзья, прилично, нехилый я имел в виду. Реально, можно дико заработать с этой машиной. Короче, она реально крутая, и обещали, что сегодня мне ее доставят. Я уже жду, не дождусь, даже сегодня на работу не выхожу, потому что у меня сегодня законный выходной. Я сегодня жду свою, так сказать, любимую машинку, чтобы погонять на ней, чтобы покататься. Друзья, а какая машина нравится вам больше всего? Прямо сейчас напишите в комментариях, не знаю, какой цвет машины, какая марка машины и прочее. Вот, что вам нравится такого машины, что вам, какая машина нравится? Я думаю, что мне будет интересно почитать. Вот мне, например, нравится вот машина, которую я заказал. Скоро она приедет, и я вам ее покажу, и мы с вами там будем гонять. Я приеду к вам-нибудь на сервер, там, на какой-нибудь... Вместе погоняем на этой машине. Короче, ребят, будет круто, так сказать, поездим в Майнкрафте. И осталось только ждать, друзья. Ну ладно, давайте подышим свежим воздухом. Так, что я хотел? Я хотел, во-первых, сходить, не знаю, к Никите, что ли, ему рассказать эту интересную новость. Да и... Я что-то даже как-то не заметил. Машина, друзья, приехала, ура! Наконец-то машину прислали и... Это что? Это точно моя машина? Ну-ка, рука подходит. Да, это моя машина. Ребят, кажется, в салоне ошиблись. Я заказывал спорткар, он по ширине, он вообще выглядел вот так. Смотрите, вот следить за курсором, он был примерно вот такой спорткар. Это такой тоненький. А мне прислали какой-то автобус. Это что такое, я не понял. Автобус какой-то прислали, реально. Да причем мой спорткар стоил 200 изумрудных блоков, а этот автобус от силы, не знаю, 50 изумрудных блоков стоит, не знаю. Ё-моё, ну, окей, давайте посмотрим. Надо написать им сегодня в поддержку, то, чтобы не заменили назад на мой спорткар, ведь это не дело вообще так, друзья. Так, давайте, не знаю, зайдем мы, что ли? Ну, смотрите, все вроде работает. Так, ну-ка, давайте сядем. Ха, руль даже есть, смотрите, коробка передач. Вроде даже заводится что-то, да, заводится, работает у нас. Блин, слушайте, прикольно, ребят, прикольная машина. Офигеть, а что сзади? Вау. Нифига себе, это что, дом на колесах самый настоящий? Офигеть, посмотрите на это, тут есть и кровать, тут есть и сундук, тут есть все. Вау, слушайте, а мне нравится эта машина, она довольно-таки прикольная. Так, давайте залезем на крышу, посмотрим, что тут. На крыше вот такая вот прикольная штука. Блин, друзья, это офигенная тачка. Дом на колесах всегда мечтал. Уеду куда-нибудь, знаете, в поле какое-нибудь или в лес, очень далеко от деревни жителей. Буду жить в этом доме, готовить в этом доме. Я думаю, что это будет прикольно и... Вау, слушайте, вот это вот мне действительно нравится. Блин, крутой автомобиль, реально. Я бы, не знаю, я бы за него все отдал, за него бы все деньги отдал. Прикольно, ладно, пусть этот магазин оставляет себе этот тупой спорткар. Что на нем делать? Всего лишь ты гонять и все. А вот на этой машине можно с друзьями. Вот, например, возьму Риколит, возьму кого-нибудь еще. Мы сядем вот так вот, закроем тут двери и поедем куда-нибудь, куда глаза глядят. Потом там, не знаю, устроим пикничок с подписчиками. Короче, будет очень весело. Осталось только номера заказать, потому что они тут пустые. А по городу нельзя перемещаться без номеров, так сказать. Ну, мы сейчас, правда, в деревне жители, кто нас проверять будет, но все же. Ну, лучше, друзья, это сделать. Блин, я так рад, что мне все-таки прислали эту машину. Представляете, какой шанс, что они перепутать могли. Ну вот перепутали, знаете, мне даже нравится то, что они перепутали. Смотрите, как тут уютно. Представьте, пойдет дождь, и мы такие тут сидим, греемся. Машина едет. Короче, блин, прикольная тачка все-таки. Мне она очень сильно нравится. Давайте послушаем звук металла. Блин, просто звенит по-настоящему круто. Прям слышится машина рукомастера, который собирал этот. Послушайте, никогда не развалится эта машина просто. Машина будет жить вечно, ребята. Блин, ну она мне просто восхитительно нравится. Какая крутая машина. Вот, ребят, куда можно поехать? Давайте, предлагайте свои варианты. Я считаю, что это очень круто и... Чё? Это чё? Ребят... Стоп, стоп, стоп. Это что, дверь? Стоп, 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 стоп. А с этой стороны?
Нет, это не дверь. Так, погодите, а что это такое? Я не понял. Это что? Какая-то еще тут комната? Чё? Стоп. Это что такое? Это тайный проход в машине, что? А как его туда уместили и кому это надо? Стоп, он уходит прям под землю. Смотрите, лестница уходит под землю. Это как понимать вообще, что за бред такой? Так, ребят, погодите-ка. Мне даже интересно, что это такое. Реально тайный проход, посмотрите на это. Так, не, ну нафиг, давайте не будем туда идти. Давайте просто поедем по своим делам и... Да нет, глупо туда будет не спуститься, это же моя машина. Ребят, кажется, заказчик, который заказывал эту машину, совсем дебил и заказал построить тайный проход внутри. Странная вещь какая-то. Ладно, давайте спустимся. Ё-моё, смотрите, я в тайном проходе в машине. Офигеть, давайте спустимся вниз и... Ё-моё! Это чё? Это взрывчатка? Ребят, это взрывчатка! Чё? Так, мне это совсем не нравится. Это реально взрывчатка, красный синепровод, так быть. Ё-моё, это что такое? Нет. Вы это видели, что там? Вы это видели? Офигеть. Фу. Все в кровище, офигеть. Ребята, смотрите на это, куча скелетов. Все в крови, что тут вообще могло произойти? Это же всего лишь машина. Откуда тут такой огромный тайный проход? Сундук. Это чё, ребят? Это, черт возьми, что такое? Это откуда здесь находится? Что это такое? Так, карта какая-то. Ну-ка, давайте возьмем и... Она указывает... Ребят! Она указывает на местность, которая находится поблизости. Я могу, может, в полицию позвонить. Так, окей, давай сначала посмотрим, что за карта. Ребята, знаете что? Эта карта указывает... Вот, смотрите, тут есть крестик. Она указывает прямо вон туда. Типа за эту гору. И что там может находиться? Друзья, меня очень пугает тайный проход этой зловещей машины. Да, для начала, поначалу, когда я только увидел эту машину, для меня это был мини такой уютный домик на колесах, очень мило, а сейчас это какая-то зверская и страшная машина для меня, посмотрите на нее. Она реально страшная, она меня реально пугает. Ладно, ребят, что мне делать, что посоветуете? Может, в полицию позвонить или все-таки сходить по карте? Ё-моё, ну там видел скелетов, вдруг из меня тоже такого скелета сделают, а я вообще не хочу чуть, ребят, вообще. Слушайте, давайте-ка я возьму ствол и отправлюсь туда. Слушайте, как вам такая тема? Может реально туда наведаться? Я не знаю, что это за фигня, но показывает по карте прийти мне туда. Не знаю вообще, стоит ли это делать. Может сходить сопровождение с полицией, но может это все плохо закончится. Давайте, может, сами сходим, реально. Да, ребят, что я тяну, так сказать, давайте просто сами сходим, реально. Так, ладно, я тайный проход закрыл, так, но он не закрывается. Ну ладно, пусть будет захлопнутый. Так, дверь закройся. Никто этого не видел, надеюсь, из жителей. Ладно, ребят, пойдемте по карте. Карта указывает нам идти вперед, окей. Ствол я все-таки приготовлю. На всякий случай, кто знает, что меня там будет ждать. Еще фигня какая-нибудь там выскочит на меня. А этого не то, что не хочу, этого не желаю вообще. Так, ребят, давайте пойдем. Блин, ну как же меня пугает эта зловещая машина. Хорошо, окей, пойдемте и... Так, тихо давайте идти, потому что мы вот тут приближаемся, судя по карте. Ё-моё, это кто? Там два жителя стоят, минуту. Ребят, там стоят два жителя, смотрите. Ладно, давайте уберем пистолет и подойдем мирно поговорим. Эй, жители! Жители, здорово. Дело в том, что я у себя в машине в бардачке, да, в бардачке там, или под сиденьем, не знаю. Нашел вот этот вот листочек, который указывает мне прийти сюда. А что это, собственно, такое? Это что, клетка с кровью? Значит так, послушай меня сюда, компот. Тебе дали не ту машину, понял? Эта машина должна быть нашей. А, ну тогда извините, ребята. Хорошо, я вам ее отдам. Давайте только 200 изумрудных блоков назад. Нет, ты не понял. Ты не получишь ни изумрудных блоков назад, ни свой красный спорткар назад. Ты не получишь ничего. Мы просто тебя отожмем эту машину, потому что там находится секретный тайный проход. И он нам просто необходим. Мы его заберем у тебя, понял нас? В смысле? Нет, вы у меня его не заберете. Кажется, этот мальчик напросился. Открывай клетку, засовывай его туда. Эй, нет, стоять! У меня есть оружие! Я вам тут всем пулю в лоб выпущу, поняли? Не подходите ко мне. Значит так, либо у меня возвращаются изумрудные блоки, либо я оставляю себе машину, понятно? Это так нечестно. Кидай в него камни! А, нет, получай! И ты тоже получай! Ё-моё! Это чё было сейчас? Это чё, черт возьми, было сейчас, ребята? Погодите, ё-моё!
Слушайте, нужно срочно в полицию звонить. Так, я только что обезвредил двоих преступников. Так, ребята, у меня совсем сейчас в голове не клеится. Так, нужно сваливать побыстрее отсюда. Я так понимаю, это были два бандита, которые убивают людей, убивают жителей игроков. И, видимо, эта машина их. Это бандитская машина их. И мне случайно компания продала эту машину. Но они мне не хотели возвращать деньги и хотели только что меня опять убить и запереть в этой клетке. Ребята, слава богу, сейчас я вызываю полицию, и все, я думаю, что будет нормально. Ё-моё, нельзя никогда, ребята, если вы видите тайный проход в машине, сразу вызывайте полицию и делайте так, чтобы сдавали, кто там бегает. Так, ладно, все, друзья, мне нужно вызывать полицию, с вами я прощаюсь, спасибо большое, что смотрели ролик, я пошел вызывать полицию, я думаю, что это все хорошо закончится, так что, ребята, не забывайте жмякать лайки, просто подписываться на мой канал, все, с вами был я, Компот, всем удачи, ребят, всем спасибо и всем пока.